Всем привет! В этом блоге я хочу поговорить про фриков, качков и просто про фитнес-модель. В своем последнем блоге я рассказывал, что мне нравится мотивация Грег Плит, его ролики, его философия. Ну, грубо говоря, его подход к тренировкам. То есть он мотивировал многих людей, чтобы они ходили, в общем, в спортзал. Но, к сожалению, в 2015 году он погиб. По моему мнению, он проделал невероятный путь. Я не считаю, что он невероятный человек, то есть он просто проделал невероятный путь. Вот, и мотивировал многих людей. В этом блоге я хочу поговорить не только про Грег Плит, но и про такого, его даже качком нельзя сказать, и сказать, он успешным или чего-то он нового внес именно в эту культуру бодибилдинга или качая железо, нет. Нельзя смело это сказать так, потому что до него уже были фрики. Я имею в виду про руки-базуки. То есть до него уже были фрики, которые делали там большую мускулатуру. Даже это нельзя назвать мускулатурой. В общем, до него уже были фрики. Просто они... Разница в том, что этот объем можно добиться, то есть каким-то химическим путем, но этот путь, он немножко будет другой, то есть он может быть немного тяжелее, более натуральный, но результат, он будет сразу виден, если человек занимается натурально. Но я не буду говорить, что такое химия или натурально. То есть нормальный спортсмен, он все-таки прикладывает к этому усилия. А Кирилл Терешин, он хайпанул, закачал себе там непонятно какой-то жидкости, и потом непонятно что, до чего это может довести. То есть это может дойти до того, что ему могут ампутировать просто руки. А мне просто жалко немножко Кирилл Терешин. Все там смеются, издеваются, в своих роликах делают на него пародия. Плохо закончится, одним словом. Ладно, давайте не будем о грустном, поговорим о чем-нибудь таком стоящем, о топовом. Арнольд Шварценеггер. Все его знают. Он узнаваемый в первую очередь из фильма «Терминатор 2», «Хищник» и много-много в других в очень хороших классических фильмов из 90-х и начало и конец 80-х. Арнольд Шварценеггер, он многих тоже людей мотивировал ходить в спортзал. Для многих он вообще как икона из этой индустрии фитнес. Многим, в общем, Арнольд Шварценеггер нравится по телосложению. Некоторые его критиковали за то, что у него были слабо прокачанные ноги, но хорошо прокачанные руки. То есть очень многим нравятся его руки, бицепс, трицепс. Некоторые нюансы я здесь не буду рассказывать, потому что про Арнольда Шварценеггера, про его тренировки, про его мотивацию, его философию очень можно долго рассказывать. В общем, Арнольд Шварценеггер, по моему мнению, очень многого добился в своей жизни. Руни Колиман, вообще это легенда бодибилдинга. Есть люди, которые восхищаются его телосложением. Но дело в том, что этот человек попал именно в нужное время и место. Вообще этому человеку, как Руни Колиману или черному человеку, очень повезло в этом виде спорта. Хотя некоторые люди не считают этого вообще за спорт, и некоторые люди, которые никогда не ходили в спортзал и не прилагали к этому усилию, они считают, что все качки, они тупые. Но Рони Колиман, он вложил очень большой вклад в эту культуру бодибилдинга. Он вообще, по моему мнению, многих качков вообще мотивировал. То есть простых людей, может быть, он не мотивировал, но вот именно качков он просто вызывал
настоящий вызов, то есть он был настоящим конкурентом. В общем, почитайте про Руни Коллиман. Здесь я только одну правду вам говорю про эту личность, то есть это большая легенда в этом виде спорта. Фил Хейдж на данный момент это пока что самый современный и продвинутый бодибилдер, как считают те люди, которые судит тех качков на мировом уровне. Мне сложно его судить или критиковать, но все-таки он внушает вот этими вот габаритами, как он вообще накачан. Некоторые скажут, что химическим путем, другие, кому он нравится, скажут, что он это делал все натурально. Можно очень долго спорить, кто такой химик и натурал. Кто-то скажет, что всю жизнь можно ходить в спортзал и не добиться такого результата, как это добился Фил Хейдж. Можно на самом деле долго спорить на эту тему, да, то есть как можно накачаться, как правильно делать тренировки и подходы. Мне сложно что-то сказать про Фил Хейдж, но это пока на данный момент один из самых современных и успешных спортсменов в этом направлении бодибилдера. Под конец этого блога хочу поговорить про Симон Панда. Вот Симон Панда можно уделить в этом блоге отдельное внимание. Во-первых, он многим нравится. Несмотря на его такую немного фриковость, он многим все-таки людям нравится, потому что когда я увидел Симон Панда, чем-то он все-таки меня привлекает. То есть, во-первых, первое, что бросается в глаза, это его узкая талия. Вот, его широкие плечи. И вот эта массивность. Не скажешь, что он и худой, и не скажешь, что он слишком большой. Но что-то вот реально привлекает людей. Вот, особенно я говорю про мужчин, я не говорю про женщин. Может, женщинам такие не нравятся, именно качки. Я говорю, что мужчинам нравится, они хотели бы иметь такую форму. Можно тоже долго спорить, что так нельзя накачаться именно натурально, только химическим путем. Но я говорю, на эту тему вы можете написать в комментариях, что вы думаете, можно так накачаться натурально в спортзале, либо нужна специальная программа, чтобы так накачаться. То есть я не буду здесь рассматривать такие вопросы или темы поднимать, как накачаться, или как стать качком, или тебе надо это. То есть я просто рассматривал здесь разных качков, фриков, фитнес-моделей, в общем. В общем, мне захотелось такой блог сделать про качков, про бодибилдеров. Всем спасибо, кто смотрел блог. Ставь лайк либо дизлайк. Пиши свои комментарии, что ты думаешь по поводу этой темы, про качков, бодибилдеров. Всем пока.